Я думаю, вот обратите внимание еще на один момент. Если не хватает инструмента внутри страны, да, и мы говорим о том, что суды у нас фактически сложно им доверять, да, почему Украина, которая подписала Римский устав, Римский статут, не ратифицирует его, присоединяясь, да. Почему президент специально это засунул в изменение Конституции для того, чтобы через 3 года только возможно приступить к ратификации Римского статута? Почему это происходит? Ответ у меня очень короткий. Позвольте, обязательно ответьте. Вот, мне кажется, что, мягко говоря, отсутствует политическая воля. Почему отсутствует политическая воля? Потому что фактически президент, вместо того, чтобы переплыть с одного берега на другой и жить и по-новому, реально даже в речку не вошел. Он идет по берегу, кушает эту травку, все хорошо, система работает. Григорий, вы как настоящий и великолепный дипломат, услышали мой вопрос, но ответили то, что хотели озвучить. Санкции, я отвечаю прямо на ваш вопрос. Судьба Януковича к санкциям против России не имеет никакого отношения.